Всем доброго дня, с вами Дов. Сегодня мне принесли вот такую таблетку, модель тайванская модель Acer, модель Iconia Tab A3A10, 16 гигабайт встроенной памяти. Вот, судя по всему, больше не бывает, потому что у нас тут есть слот сим-карты, точнее карты памяти, и будем менять гнездо зарядки. Оно у нас тут сломанное внутри. Итак, снимаем крышку. Так, просто снимается. Такая вот сборка. Чем-то мне напоминает китайские планшеты. Плата. Ну, судя по отзывам в интернете, я читал, что модель довольно неплохая. Вот. Работает на операционной системе Android. Итак, снимаем плату. Честно говоря, ни разу не менял гнездо зарядки на этой модели. Вообще, первый раз в руки мне попалась такая таблетка. Судя по всему, гнездо придется подбирать. Множество шлейфов. Наклейки обычные, бумажные, которые используют также китайские производители. Соединяем кабеля, заднюю камеру. Что тут еще у нас? Кабель нижнего. Нижних кнопок включения. Здесь у нас, судя по всему, пломба стоит гарантийная. Еще один кабель. Разъем батареи. Проверим батарею. 3,35 не показывает мультиметр. Батарея нормальная. Вполне пригодная для зарядки. Защитный пластик. Еще одного разъема. Такие разъемы стоят на айпадах. Почти такие же, только без застежки. Последний разъем. Итак, смотрим гнездо зарядки. Так, планшет убираем в сторону пока. Такое вот у нас гнездо зарядки. Даже не знаю, чем его заменить. Итак, сейчас я поищу аналогичное гнездо или гнездо, которое мы можем будет заменить. Пока ставлю на паузу. Итак, я нашел BlackBerry, гнездо зарядки от BlackBerry 8520. Честно говоря, ничего похожего больше не нашел. Попробуем поставить его. Итак, снимаем гнездо. Ставлю 350 градусов на фене. Греем. Снимать будем снизу.
добавим флюс. Так вроде поплыло, где-то минуту грел на паузе. Довольно большое гнездо. Что-то держит. Сняли гнездо. Итак, ну, в общем-то, подходит. Давайте его немного модернизируем. Очень часто приходится подбирать гнезда. Если не подходят, то приходится подстраивать их. В основном это бывает с такими моделями, с моделями китайских производителей или вот тайванских, как, допустим, это Acer Iconia. Ну, я думаю, нормально. Посадим его. Вот он, видите, подходит. Греем снизу, ставим. Он вроде сел в пазы передние. Прижимаем как можно плотнее к плате, пока припой жидкий. Ну и вроде бы все нормально. Включаем фен. Смотрим. Добавляем флюс. Дорабатываем паяльником.
Сами ножки. Самое главное. Добавляйте припой, если необходимо, флюс. Сбоку. Итак, качество припоя ножек можно посмотреть под микроскопом, очень удобно, очень видно. Я обычно паяю под микроскопом, когда не снимаю видео. Здесь приходится паять под камерой. Итак, если у вас есть микроскоп, вы можете положить плату под микроскоп, вот этим разъемом проверить качество припоя вот этих вот ножек, которые я сейчас пытаюсь расшатать. Можно, в принципе, и так. Вот, ну, судя по всему, все нормально. Ничего не шатается, все припаяно. Итак, все нормально. Я сейчас посмотрел под микроскопом. Если микроскопа нет, еще раз повторяю, можете проверить иголкой. Ставим. Устанавливаем плату на планшет и смотрим. Много разъемов всяческих. Не забудьте какой-нибудь из них под платой случайно. Соединяем все разъемы. Не буду объяснять, где какой, потому что сразу сам не соображу. Разъем батареи. Это у нас разъем, который соединяет разъемы экранов. Разъем нижних кнопок. Аксиальный кабель. Один из них антенной. Другой, судя по всему, идет на Wi-Fi. Камеру. Часто подписчики просят озвучивать цены. Замена такого гнезда зарядки у нас в Испании стоит 15 евро. Закручиваем плату. Там изолирующая бумажка была здесь на кабелях. Честно говоря, очень редко встречаются вот такие вот разъемы. Крайне на Самсунгах и на айпадах я их не встречал. Без застежки, без стопора, то есть он просто всовывается. И под давление, судя по всему, внутреннего механизма зажимаются контакты. Давайте сразу проверим. Крышку одевать пока не будем.
сигнала пока никакого нету. Вот вибро появился. Появилась и батарейка. Вот такая вот на пол экрана. Так. Подобрали удачно, заменили. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Дов. Это была тайваньская модель Acer Iconia Tab A3A10, 16 гигабайт. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, кому видео понравилось или было полезным. Всем удачного дня, до свидания.